Певица Хатун родилась в грузинском городе Зигдиди, и уже в 4 года девочка стала петь. В Москву папа привез ее для участия в известной на всю страну передаче «Веселые нотки» и «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым. Позже она познакомилась с Домиником Джокером и даже записала вместе с ним песню. Да ты прекрасен и строен, в каком-то месте даже красиво ты скроен, не спорю. Хатун Романовская, помимо сольной карьеры, сейчас сотрудничает с Валерием Меладзе. Друзья, мне сегодня вдвойне приятно встречать этого гостя, Хатуна. Замечательная, красивая певица, отличная девушка. Привет, дорогая. Привет. Тысячу лет не виделись, эти цветочки тебе. Ой, спасибо большое, очень приятно. Ну, Хатуночка, расскажи, каково это вообще быть артистом? Ну, ты знаешь, для меня, наверное, легко. И это огромное счастье, потому что это дело всей моей жизни, и я с детства пою, и поэтому для меня это огромная радость и счастье. Слишком длинная ложь, слишком острым был нож, слишком много причин, где я слишком. На холодном снегу лежит наша любовь, задыхаясь от слез. Расскажи, просыпаться рано любишь или все-таки сон? Нет, конечно, я люблю поспать, но тоже недолго, кстати, где-то до часов 10-11. Вот. Ну, что первое ты делаешь? Что-то завтрак или почистила зубы и побежала на тренировку? Честно говоря, не занималась никогда спортом и не занимаюсь, но хочу. А я просто стараюсь не есть вечером. Самое главное, друзья. Да, а так я ем все абсолютно. Очень сладкое. Без него просто у меня день прожит напрасно. Сердце умеет ждать, даже болея. Слово умеет лгать, глаза не умеют. Все, что могло пылать, ветер развеял. Слово умеет лгать, глаза не умеют. Помимо сольной карьеры, для меня было большим удивлением у Урганта увидеть тебя в качестве бэк-вокалистки Валерии Меладзе. Расскажи про эту свою новую работу. А что вас интересует? Не, на самом деле это вообще потрясающая история в моей жизни, я считаю, потому что и Костя, и Валера, они, безусловно, талантливые люди, что Валера, что Костя. И для меня действительно большая честь была спеть и работать с Валерой, потому что это интересно. Меня изначально пригласили на концерт. Валера пригласил на концерт и говорит: ты посмотри, если тебе понравится, то мы, может быть, и поработаем, то есть ты захочешь поработать со мной. И я действительно, я побывала первый раз с ним на концерте и была просто как завороженная. Спасибо огромное, я была очень рада тебя видеть и хочу пожелать всем зрителям огромной радости, счастья, удачи, любви, мира в вашей душе, в вашем доме, чтобы вас окружали только хорошие люди и счастья. Смотрите «Наше утро» на Каскаде.